я услышал, как, в общем-то, определить тип человека, как его использовать, как понимать, как определить свой тип, также как взаимодействовать мне, зная свой тип, и, соответственно, с соответствующим сотрудником. Тоже уже с пониманием. То есть раньше это было больше на интуицию приходилось опираться, сейчас уже какие-то инструменты есть, которые позволят это более грамотно. Понимание того, что да, с какими-то сотрудниками я не так, скажем, обращался, не так использовал, то есть их можно использовать эффективнее, немножко изменив мой подход. Да, ну или там частично их перенаправить на другой род деятельности. Думаю, в общем, изменится не кардинально. Я думаю, в общем-то, в хорошую сторону. Я не собираюсь это делать так, скажем, рубануть, чтобы все там сразу что-то изменить. То есть присмотреться к себе, понять и потом уже применять так осознанно, не с шашкой наголо, постепенно, чтобы их тоже не встревожить, не разрушить ту, скажем, структуру, которая существует, эволюционно менять. Дело в том, что мне ничего не было известно, я наоборот так интуитивно пришел, стал руководить, так это мой бизнес, поэтому, собственно, я был полным профаном, так боюсь этого сказать, до того, когда к вам пришел, да, и тут уже начал постигать, в общем-то, это несколько на стиль 90-х годов, когда приходят люди, можно сказать, с улицы и начинают руководить организацией, вот я таким продержался до 2000 какого-то года, потом понял, что не хватает, собственно, пришел. В общем, такие, если еще остались, рекомендую не бояться приходить, в общем, совершенствовать себя. В общем, советую пойти на 2 дня обучения. Почему? Потому что вот на первые семинары я приходил, я брал с собой компьютер и старался еще контролировать процесс, там что-то делать, без меня не могли справиться. Угу. То есть с каждым разом я как-то больше мог делегировать другим сотрудникам. Ну, конечно, не только из-за вашего обучения, то есть параллельно я тоже там все это применял и старался это сделать. Но, тем не менее, сейчас я уже пришел без компьютера, на 2 дня оставил. Я почти уверен, что они во многом справились, и, собственно, вопросы какие-то будут, но ничего там не произошло без меня. Так что не бойтесь, приходите, это пойдет на пользу. И вам, и коллективу, и фирме в целом. Многие ей задавали и насчет частной жизни, и про детей, и про супругов, и про знакомых. Так что тут применимо и для личной жизни. Собственно, это в чем-то психологические методы, поэтому они применимы и в жизни.